Украинские черноземы – это немногое, что осталось у страны, и их ни за что нельзя продавать. Если мы хотим, чтобы сельское хозяйство развивалось, а не выживало, мы должны ввести рынок земли так, как это работает во всем цивилизованном мире. Споры противников и сторонников земельной реформы бушуют чуть ли не с момента обретения Украины независимости. В парламент за это время было подано множество законопроектов, призванных запустить рынок земли. И сейчас очередной документ ждет рассмотрения. А пока земельные паи берут в аренду и просто выжимают из нее все соки. Ведь не свое, не жалко. Или же наоборот, позволяют гектарам зарастать сорняками. Так что же лучше? Сергей Иванов проехал Украину с севера на юг и собрал все за и против продажи земли. В Украине, того и гляди, стартует земельная реформа. И пригодные для сельского хозяйства земли станут предметом обмена или торга. Министр финансов Александр Данилюк пообещал закон за месяц-два. И через полгода все заработает. Ринок відкриється в 2018 році, і на нього одночасно потраплять і державні, і приватні, і комунальні землі сільськогосподарського призначення. Но в том, что запрет на куплю-продажу черноземов пора отменить, уверены не все. Некоторые политические силы говорят, что вопрос следует решать на референдуме. Даже у экспертов по аграрным вопросам нет единого мнения. На планете Земля залишилось 6 країн, в яких немає вільного ринку землі. Це Північна Корея, це Куба, це Венесуела, це Конго, це Таджикистан. І це Україна. А давайте зважимо ціну. Наламати дров по всій території України? Чи буде дров? Та дров тоді не буде, може так статися. Пока знатоки спорят о дровах и прочих последствиях события недели, решили разобраться, стоит ли что-то менять и каких именно изменений ждут те, кто землю обрабатывает. И мы отправились в поля. Сразу скажу, что агрохолдинги мы сознательно обходим вниманием. Для них мораторий – это манна небесная. Ведь когда мелким собственникам земли не оставляют другого выхода, кроме как сдавать паи в аренду, десятки тысяч гектаров холдинг может арендовать надолго и по минимальной цене. В среднем это 850 гривен за гектар на год. Естественно, на этом можно неплохо заработать. Останні 10 років – це мораторій, який створює певні тепличні умови для отримання підвищеного прибутку агрокомпаніями. Ми свідомо налаштовані запровадити певні обмеження. Власниками землі в Україні можуть бути тільки громадяни України, не компанії, не агрохолдинги, не іноземні компанії. І другий момент, що в одних руках може бути сконцентровано власності земельної не більше, ніж 200 гектарів. Такие условия для фермера средней руки выглядят лучше моратория, при котором земля – мертвый груз. Сегодня нельзя использовать саму землю как предмет торговли, да, то есть, вот, чтобы можно было им торговать, ставить на заставу, брать кредиты, либо чтобы это был инструмент, которым можно было бы либо привлекать деньги. Финансирование для бизнеса семьи Садриддиновых, работающих почти два десятка лет на юге Украины, самый острый вопрос. Тем более сегодня, когда льготы для фермеров государство отменило, банки кредитуют неохотно, и российский рынок закрылся для украинских овощей. Поэтому продукция на складах залеживается. Иногда овощам приходится возвращать товарный вид. Урожай 2016-го. Буквально собираем. Раз, три. И два. Три листа. И капуста зеленая. В последнее время работа фермеров усугубляется еще и тем, что они просто вынуждены продавать свою продукцию в два раза дешевле себестоимости, чтобы иметь хотя бы какие-то деньги на посевную или сбор урожая.
Но даже это спасает не всех. В этом году большей части мелких фермеров денег на посевную не хватило. Тем немногим, кто выявил технику на поля, пришлось решать головоломку. Прошлый урожай еще не продан, а деньги нужны уже. Ведь кроме арендной платы за паи, по словам агронома Джамшета Садриддинова, нужны ежегодные вливания немалых средств. Сегодня, если мы берем хорошую технологию для того, чтобы урожай брать, то мы на гектар должны минимум влаживать в районе 5-6 тысяч гривен. Гектар. Гектар, да. За один гектар, это что касается растениеводства, это зерновые. Это каждый год? Это каждый год, конечно. При посеве овощей обработка поля обойдется еще дороже, ведь вместе с семенами прокладываются и вот такие системы орошения. И все это на арендованной земле. 10% собственной земли и 90% арендованной. Аренда земли для фермера может быть выгодной, но при одном условии, что пользоваться ею он будет не менее 10 лет. Ведь урожай требует капитальных вложений. А вкладывать средства очень рискованно. Собственник может передумать в любое время. Так как за протяжении десятилетия немало вложено в эти земли, в инфраструктуру, все в оборот. Арендодавец пришел вам, сказал, я все хочу продать эту землю. Так, в принципе, изнутри, как бизнес, есть вероятность того, что он разрушится. Чем может обернуться аренда земель в Украине, уже знают даже иностранные инвесторы. Дали мой аренда на 49 лет. Виноградник как лизинг, c'est-à-dire можно купить. И дальше на тот же самый момент дали мой субаренда земля до 25 лет. Тогда, в 2005 году, Кристоф Лакарен считал, что добился всего, чего хотел. У него появился свой выкупленный виноградник, пусть на арендованной земле, и все необходимое для производства вина. Технику, оборудование, подвалы и дом, в котором живет семья Лакарен, были куплены у колхоза. Бойня, склад бутанпропан, пилорама, кузница, подвал, помещение, все купили. И дело вроде бы продвигалось, судя по наполнению подвалов. Урожаи были небольшими, но это из-за методики выращивания. Виноградную лозу Лакарен не удобрял и не обрабатывал химикатами, дабы получить свой экологически чистый продукт. Тюк, утро, вечера, так-так, следующий день, так-так-так. И дальше результат, результат. Он а. Абсолютно чистый, 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 и осад тут. Осадок из шампанского удаляется довольно легко, в ручном режиме. А вот осадок в душе от борьбы с владельцами паёва остается до сих пор. До 2006 года землю под виноградниками, согласно закону, на паи не разбивали. Собственников у нее было несколько, и отдать что-то общее в аренду им было легче. А вот когда каждому выделили отдельный пай, желание подписывать договор аренды у многих исчезло. Это потому что в 2008 году президент Совет для этого момента имя Крашнин, этот человек меняет закон для 41-й массив для сельхоз на стройки. Но это лишь предположение месье Лакарена. Сами же собственники нам сказали, что арендатор не выполнял своих финансовых обязательств и не ухаживал за землей. Он, когда первый год жена пошла, чтобы он заплатил аренду и плату, он ее пинками, она ему сказала, говорит, что ж ты его не обрабатываешь, допустил, подходит, хоть там обрабатывали. Мы попросили показать, что значит, по их мнению, обрабатывать правильно. Вот виноградник, он подрезанный, он в ряда, он даст урожай, хоть какой-то, но даст урожай. А то, что на траве, ты извини. Ну, а вы думаете, на траве не даст? Нет. Почему? А потому что виноград болеет. Виноград болеет. Он приехал, запустил виноградники в траве, по самые уши, нерезанные, там получается, что он
вообще вырождает. В результате многолетнего судебного спора, который завершился в январе этого года, владельцы нескольких паёв отсудили не только землю, но и виноградную лозу, которую Кристоф Лакарен выкупил у колхоза. Как это могло произойти, мы попытались узнать у человека, который продавал ему виноградник. Виноградник продали Лакареновы, ну, вполне законно. В 91-му році, десь в начале года, вышла постанова Кабинета министров, по-моему, 177, яка рекомендувала настоятельно, вони рекомендували исключить из розпаювання виноградник, поскольку его неможливо было делить серед пайщиков. Мы выключили виноградник с розпаювання и він перевели як в фонд господарства. А когда стал вопрос, что с виноградником делать, ответ подсказал завод Шабо, который первым купил часть виноградника на паях. Общие сборы селян дали на это добро. Впрочем, как и остальные 130 гектаров виноградника, которые взял в аренду и впоследствии выкупил Кристоф Лакарен. Он полностью рассчитался, и это стало его собственностью. Но суд решил иначе. И несмотря на поданную Лакареном апелляцию, хозяева некоторых паёв уже начали виноградники выкорчевывать. Хотя, по словам Кристофа, эта 40-летняя лоза еще хороша для виноделия. Что сделали? Это как вы убит один мужчина на 45, на 50 лет, когда головка идеальная и тоже секс идеальный. Такой год. Но нельзя говорить секс на телебашине. Фермеры сегодня боятся именно этого, чтобы, открывая рынок земли, чиновники не переборщили. Боятся, что после разрешения на продажу земля, которую они сейчас обрабатывают, моментально уйдет любому способному за нее заплатить побольше. Мы и это питання передбачили и встановили как обов'язок нового власника земельної ділянки, який купить земельну ділянку, що знаходиться в оренді, переукласти договір на той же самий срок, на тих самих умовах, що були із попереднім власником. Не ожидают в министерстве и резкого роста продаж земельных наделов. Купить всю обрабатываемую землю хоть мелкий фермер, хоть крупный холдинг пока не может. А аренда, как и стоимость гектаров, обязательно прибавит в цене, говорят в министерстве. Вона буде постійно зростати, і в зв'язку з цим, в тому числі, я хотів би звернутися до власників, приватних власників землі з тим меседжем, що чим пізніше ви продасте землю, тим дорожче буде її ціна. Желание продать пай выразили лишь 20% украинцев, но этот показатель очень изменчив. Чем тщательнее арендатор выполняет условия, тем меньше желающих. И наоборот. Есть у нас, например, села в Чернігівській области, где вообще не обрабатываются земли. Я думаю, что там все 100% желают хоть что-то отримать. Получат ли? Вот и министр агрополитики Тарас Кутовий на Медне заявил, что предлагаемый правительством закон вряд ли получит поддержку в парламенте. А значит, нужно предлагать депутатам другие варианты. И быстро, потому как открытие рынка земли – это требование МВФ, которое придется выполнить в заявленные сроки. Сергей Иванов, Анатолий Ворон. События недели.